Крым не будет полуостровом. Угу. Он станет островом. И где-то одна треть его часть затонет, значит, под морем. Угу. Поэтому, как бы он ни направлялся в чью сторону, он будет островом, и там будут только горы, а равнин не будет. И это уже какая-то такая ближняя перспектива, чи далеко? А, это всемирный поток будет между 2054 и 2065 годом. Тогда не уже так, не будет ни Амстердама, далеко. Не будет, ни Лондона. Лондон на третью уйдет под море. А, Голландии вообще не будет, понимаете. Валенсия уйдет там на дно. А, вот сложная ситуация с восточным побережьем Соединенных Штатов Америки. Япония утонет, понимаете, в чем дело? Ну, тоді, власне, и наш південь так само, Таврида. Нет. Не? Объясняю почему. Черное море, оно внутреннее. Угу. Понимаете, в чем дело, да? Ну, то есть, перетекание через Дарданеллы и Босфор... Будет происходить, оно больше будет именно бить по Крыму, да, допустим. Угу. Такая возвышенность, например, как город Одесса, оно на очень высоком уровне, то есть ничего не скажется на таком городе, угу. как, например, Одесса, да, то есть... А все, вот именно территория Крыма и Азовское море, вот туда они, конечно, к сожалению, Мариуполь может пострадать, вот, в большей степени туда.